Здравствуйте всем, привет всем, мои родные, мои дорогие подписчики. Сегодня я буду приготавливать коктейль. Буду готовить коктейль. Для приготовления коктейля сегодня я взял ингредиенты. Куриные яйца, варенье клубничное, коньяк пятизвездочный. Российский пятилетний пятизвездочный коньяк. Я вот только с душа, я только помылся. Я одел чистую футболку. Я чистый, я опрятный. Ну, голова маленько мокрая, потому что я только помылся в душе. Сейчас будем делать коктейль. В коктейль пойдут 2 яйца. Два яйца. Два куриных яйца небольших. Прям с желтками, прям с белками. 2 куриных яйца. Спасибо, кто ставит лайки. Спасибо, кто ставит дизлайки. Спасибо, кто пишет хорошие комментарии. Спасибо, кто пишет плохие комментарии. Благо, здраво, радости, удачи каждому подписчику канала Руслан Гительман ПТ. Канала Руслан Гительман ПТ. Каждому подписчику благо, здраво, радости, удачи, благополучия и счастья вам. Мои родные, мои дорогие подписчики. Сегодня я буду пробовать, оценить, дегустировать на вкус и аромат новый коктейль. Так вот, 2 яйца. Дальше ложится варенье. Ну, варенье, наверное, 2 ложки. Скорее всего, потому что одной ложки будет мало. 2 ложки чайных. Так, да, 2 чайных ложки. 2 яйца. Сыр плавать с ветчиной. Как раз будет окутывать сыр плавать. Вот так, сыр плавать. Он очень качественный, очень вкусный сыр плавать. Так, сыр плавать. И очень-очень густой такой, тянучий сыр плавать. Так, сыр плавать очень обязательно надо, именно вот этот, никакой, ни другой, именно вот этот. Так, 2 яйца куриных, 2 ложки варенья, все чайных ложки, и сыр вот пару ложек плавать. Ну, это так, такого сыра. Так, надо было 2 ложки взять, чтобы вот можно было вот так сделать. Вот. Вот так можно было сделать. Фу. Вот так давайте сделаем. Скоро опять бриться буду. Опять буду бриться. А то щетина выросла. Вы писали в комментариях. Побрось, побрось, я побрился. Потом еще раз писали. Побрось, побрось, я побрился. И опять я побрось. Коньячок. Вот. О чем ты... Коньячок, а? Так закрыт-то мощно, коньячок. Сейчас, подождите, коньячок закрыт. Так, сейчас тряпку возьму. Вот она, тряпка. Коньячок. Коньячок. О, открыл. Так, все готово. Коньячок. Вот это запах коньячный пошел. Шикарно. Берем масло. Масло кусковое вот такое берем. Сейчас ножик принесу. Сейчас кусковое масло. Рецепт простой. Если вы школьник, можете у родителей попросить. Если вы студент, можете сами приготовить. 2 куриных яйца, 2 ложки клубничного варенья, сыр плавач, ну, ложки 2-3 сыра плавач, потому что он очень главный ингредиент будет, сыр плавач. Маленько сливочного масла.
И главное, хотел сказать. Если вам 20 лет и младше, то этот коктейль делайте без алкоголя, без коньяка, без пива. Если вам нету 20 лет, исключайте из этого коктейля алкоголь. Если вам 20 плюсом лет, ну попробуйте сделать с коньячком. Если вы старше 20 лет, делайте по рецепту. Если младше 20 лет, то делайте безалкогольный. Потому что кому нету 20 лет, ну сейчас многие будут писать 18, скоро приступит закон, ну будет, то что алкоголь и курение с 20 лет, или с 21, вот я не помню, с 20 или с 21, вот, значит с 20 лет, 20 лет пока не исполнится, не пейте, не курите, пока не исполнится. Так, а кто старше, гляньте дальше, так. Сыр плавыч, яйца куриные 2. Так, в принципе, вот это весь рецепт. Только можем добавить для улучшения вкуса ватрушку и... Вот такую ватрушку. Это получается вареная сгущенка и две печенья вот так соединены с вареной сгущенкой. И печенье шоколадное с орехами. Так. Кто старше 20 лет, 21 года, делайте по рецепту. Кого нету 21 года или 20, делайте безалкогольный. Все ставим. Так, устанавливаем. Закрываем крышкой. И включаем. Мы потанцуем. Готовим мы коктейль. Мы танцуем и балдеем. Коктейль готов. И теперь можно потанцевать, побалдеть. Перед питьем коктейля, перед тем, как будем пробовать, оценим дегустированно вкусный аромат коктейля, мы сыграем на пальцах. Играем музыку на пальцах зимой. Играем музыку на пальцах зимой. Потому что сегодня 2019 год. Январь. А сегодня. 8 января 2019 года. 7 января 2019 года. Так, спели песенку. Давайте пробовать, пока я все настоялся. Так, открываем крышку. Ставим. Открываем. Вот и... Ох, вот почему-то, вот когда коньяк ложишь, он пахнет. Самый первый это коньяком.
Пробуем, оценим, дегустируем на вкус, аромат. Коктейль с вареньем клубничным, с коньяком российским, с сыром плавыч, с двумя куриными яйцами, с маслом сливочным и печеньем. Печенье не промололось. Самый балдежный вкус это от коньяка. Вот в этом коктейле. Ну, нормальный вкус. Вот подоспелый вкус плавыч. Даже в животе не затанцевала. Так-то вкусный, да? В животе не танцует, а мы танцуем. В животе не танцует, а мы танцуем. А мы танцуем, а в животе не танцует. Нет, что-то в животе начинает танцевать. Скорее всего, не будем мы танцевать. Что-то не то. Кончился коктейль. Всем пока. Спасибо, кто писал хорошие комментарии. Спасибо, кто писал плохие комментарии. Спасибо, кто ставил лайки. Спасибо, кто ставил дизлайки. Благ, здравия, удачи каждому подписчику, кто подписался на канал Руслан Кисниман ПТ. Вкусно. Лайк. Вкусно. Всем привет. Всем пока. Вкусно. Мы танцуем, ла-ла-лай, ла-ла-лай, мы танцуем, лай-лай-лай, ла-ла-ла-лай, мы танцуем, да, я даже не рыгаю, я опрятный, чистый. Всем пока. А кто спрашивал, а в какое время, вот в какое. 2019 год, 8 января, 3:30 дня. Всем пока. Я чистый, опрятный, помытый. Ну, чуть-чуть не побритый. Ну, я побреюсь, справлюсь. Давайте, всем пока.